Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаю. А что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы... Мы встречались. Знаете. Выкладывать уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима.